Дорогие друзья, сегодня у нас мастер-класс «Одуванчики. Техники торцевания». Я надеюсь, вы посмотрите, и у вас получится, может, даже лучше, чем у меня. Для этого нам понадобится цветная бумага, картон, салфетки, ножницы, линейка, клей, карандаш. Для торцевания нам нужен стержень и крышечка для того, чтобы нарисовать кружочки. Можно использовать белые салфетки. У меня светло-желтый, но у кого-то, может быть, есть темно-желтый, поэтому одуванчики получатся более ярче. Делайте, как я, и у вас все получится. На картоне рисуем три кружочка. Это у нас будут намечены сами одуванчики. К ним проводим линии. Это стебельки. Я буду делать одуванчики желтыми, а вы можете белыми. Значит, режем на полосочки. И потом эти полосочки мы режем вот на такие квадратики. Заготовьте такие квадратики. Вот можно много полосочек сразу превратить в квадратики. Сейчас мы начнем приклеивать на вот эти кружочки салфетки. Салфетка кладется на пальчик, прижимается тупым концом стержня, потом собирается и закручивается вокруг стержня. Кончик обмакивается в клей, и мы приклеиваем по кругу. Придерживаем, вытаскиваем. Мы приклеиваем сначала по кругу. У нас должны сначала сделаться вот такие кружочки, потом заполнится полностью, чтобы получились пушистые одуванчики. Затем мы должны сделать листья. Отрезаем от зеленой цветной бумаги 2 сантиметра полосочку. Складываем ее пополам, так как у нас будет 2 листика, и вдоль еще пополам. У одуванчика листики похожи на елочку, поэтому мы отрезаем вот так уголок, потом делаем прямо надрез и опять уголок не до конца, а оставляя в середине пространства. Опять уголок, наклон, вырезаем вот такие уголочки. Значит, в конце у нас может быть заужено. Поэтому последний мы можем вот так вот закруглить. Получился вот такой листик. Значит, мы его приклеиваем вот сюда вниз. Листика в центр. И смазываем так, чтобы он у нас был объемный. То есть мы его приклеиваем с выступом вот таким. Вот такие одуванчики у нас получаются. В стебельке мы можем нарисовать фломастером, можем мы наклеить тоненькую полосочку зелененькую. Вот эту картинку мы можем вставить в рамочку или мы приклеим сейчас вот на такую вот паспорту сделаем. То есть мы намазываем. Вот такие одуванчики у нас пушистые получились. Я надеюсь, вы все справитесь.